Неважно, какая погода, если она застает вас вместе. Вместе с Марией Новицкой. Вообще, я, если честно, не люблю брать с собой кого-то по магазинам. Ну, честно говоря, отвлекает, но для тебя я сделала исключение. Мы слушаем разную музыку и едим разную еду. Веганы, меломаны, врачи, спортсмены, те, кто лично худеет, или те, кто напротив, стремится набрать массу тела. Новый год, друзья, для всех, и он должен быть самым лучшим. Мы советуем, когда выбираешь подарок, не париться и подарить веник для бани замороженный. Ну, наверное, никого из нас не удивляет, мы часто замораживаем на зиму фрукты, овощи, грибы, ягоды, свежую зелень. Ведь это так круто на своей кухне почувствовать ароматы лета. Здесь с вениками примерно та же история. Их замораживают по особой технологии для сохранения свежего листа. Свежие ароматы, по-настоящему свежие, это вам не сухой веник. Березы, дуба, липы или, например, чая. Способ применения очень простой. Нужно этот веник освободить от упаковки, положить его в теплую воду для размораживания и использовать по назначению. Но что самое крутое, что такие веники, такой подарок можно применять до 5 раз. Ну, соответственно, после бани нужно просто стряхнуть с него воду, открыть свою морозильную камеру и положить туда этот веник. Единственное, морозильная камера должна быть достаточно вместительной. Если веники для тебя экзотика и подарок хочется выбрать более классический, подарите косметику. Здесь в отделе бытовой химии торгового центра «Метр» тоже найдется много чего интересного. Ну а теперь о погоде. В Солнечногорске пасмурно, небольшой снег. Температура днем минус 7, вечером минус 8, ночью минус 9. Ветер северо-западный 2 метра в секунду, давление 738 миллиметров ртутного столба. В столице погода не отличается. Температура днем минус 7, вечером минус 8, ночью минус 9. Партнер показа – торговый центр «Метр» в Рекинцо. Выбирай самое лучшее для своей семьи. Круглосуточно.